Привет, Влад. Привет. Расскажи, пожалуйста, про свой проект, что это такое. Этот дом строится под контролем Open Village. Uh-huh. Есть выставка у меня, да, но я беру иногда объекты и заказчиком строим дом, и на такие проекты я привлекаю всех участников, ну, вернее, не всех, а участников Open Village. И сам это все контролирую. Для чего я так делаю? Скажем так, лучших я выбираю, или же, если мне нужно проверить неизвестную мне компанию, я ей даю какой-то объем работы и это контролирую, естественно. Если я вижу, что это халтурщики, я их сразу же до свидания, и они никогда в проект Open Village уже не войдут, и, соответственно, мой проект не будет рекламировать кривые руки, назовем это так. Ну, это логично. Но курирую полностью весь этот объект. Я как бы выбираю подрядчиков. Заказчик может сам выбрать себе подрядчика. Вот, допустим, здесь так и было. По электрике подрядчики наши Open Village, из Open Village не прошли. Он выбрал других. Но он уже сам их контролирует, потому что я уже этих людей не контролирую. А здесь, значит, получается три уровня. То есть здесь подвал, первый этаж, второй этаж. Да. Расскажи, сколько площадь? Здесь получается площадь около 300 квадратных метров, это если без террасы. Вот. Uh-huh. А с террасой, соответственно, где-то 400, наверное. Но 300 имеется в виду вместе с подвалом? Да, здесь, грубо говоря, каждый этаж, цокольный этаж монолитный, там 100 квадратов, первый этаж из газобетонных блоков 100 квадратов, и второй этаж, ну, они по 90 с копейками, поэтому uh-huh. я так округляю. Понятно. Здесь бетон, как всегда. Конечно, конечно. А то я обратил внимание, тонговские блоки. Да, здесь Руслан бетон. Мазитов, привет. Я же говорю, здесь участники Open Village. Понятно. Поэтому других блоков здесь быть не может. Ясно. Я еще обратил внимание, там перекрытие марка. Да. Здесь смотри, цокольный этаж делали СТМКшники. Ага. Значит, стены газобетонные делали Баухаус, uh-huh. клееный брус ВДК, перекрытие марка. Значит, весь участок планировали, предлагали, это территория загородной жизни. Станции биологической очистки, здесь поле фильтрации, это Пробио. Про марку я сказал. Краски — это Флюгер, Осмо, окна — uh-huh. это Штандарт. То есть это все участники проекта Open Village. Это проверенные участники. Фасад утеплять будем? Ты знаешь, вот на самом деле насчет утепления здесь идет такой сильный диалог. Uh-huh. Ты на Open Village, как бы ты всех убеждаешь утеплять. Нет, мы можем и без утепления, а штукатурить. Вот. Как бы Руслана, хозяйка этого дома, она с тобой там общалась, и она говорит, вот мне сказали, надо утеплять. Как бы. Я говорю, Руслан, у вас блоки, которые в принципе не обязательно утеплять. С учетом наличия газа, не обязательно. Можно просто штукатурить. Тут вопрос цены, как бы нужно понимать, да, и чем отапливается дом. Маленькая разница. Вот давай на эту тему как раз и пообщаемся. Угу. Хорошо. Вот какая разница? Для чего нужно утеплять уже как бы теплые блоки нормальной толщины при наличии газа? Я тебе объясню. Если сейчас брать и пересчитывать блоки по СП-230, все равно в норму они не уложатся. Я не говорю про норму. Это не замерзнут, не вопрос. Это, смотри, вот это индивидуальный жилищный дом. Да? Да. То есть здесь на нормы мы смотрим, но если мы говорим о доме для комфортного проживания, плюс 200 миллиметров, люди строят себе дома из клееного бруса и живут комфортно в этих домах. Любой брус 200 миллиметров, он проиграет этому блоку по энергоэффективности. Да. Любой, понимаешь? Поэтому для меня, как для строителя и человека, который считает деньги заказчика, помогает ему минимизировать затраты, если такой запрос есть. Есть заказчики, которые говорят, мне вопрос не в деньгах, мне сделай вот прямо то, что я буду 50 лет обслуживать, ну, пользоваться и не буду как бы испытывать дискомфорта какого-то. Да? Это один вариант строительства. Когда человек говорит, вот у меня вот такой бюджет, больше у меня не будет, но я хочу сделать хороший дом. Это второй вариант уже строительства. Как бы. И вот тут как раз включается целесообразность утеплять или не утеплять. По поводу качественной штукатурки вообще вопросов нет. Здесь должно быть все идеально сделано, да. Как бы, чтобы никаких трещин никогда не шли. Но вот утепление, газ. А вот я тебе расскажу. Давай. Теперь аргументация в пользу утепления, которая, давай, важная. Представим, мы дом не утепляем. Что мы должны сделать?
мы должны качественно прогрунтовать, сделать адгезионный образок, выставить маячки на 15 мм, по маячкам заштукатурить паропроницаемой штукатуркой с низким модулем упругости. Это либо церезит СТ-24, либо СТ-24 Light церезитовская, баумитовская МПА-35, либо аналогичная штукатурка с низким модулем упругости с высокой паропроницаемостью. После этого выдергиваем во время высыхания маячки, заполняем штробы, сверху еще раз, если нужно, грунтуем, если не нужно, свежее, не грунтуем, делаем потом базовый армирующий слой, наносим клей, втапливаем фасадную стеклотканевую сетку, кварцевую грунтовку, декоративную штукатурку, паропроницаемую. Значит, и получается, что у нас против, если пенополистирольная система, идет клей, пенополистирол 120-150 мм, пропенивание швов и стыков, юбиля. А да, это идет у нас против адгезионного образа и штукатурки по маячкам. А по разнице, разница маленькая. Но очень существенный момент. Что важно? Дело в том, что пенополистирол обладает высокой демпфирующей способностью. То есть, если идет какая-то подвижка основания, штукатурка может дать трещинку. Потом в эту трещинку может попасть вода. И дальше постепенно идет расшатывание системы. У пенополистирола все это компенсируется в толще пенополистирола, демпфирующая способность. Трещин не будет. Первый аргумент. Второй важный аргумент. У нас с тобой, видишь, оконные блоки. Ну, сейчас, вот первый аргумент я принимаю для домов, которые стоят на сваях или на мелко заглубленном фундаменте. Любые. Но не на цокольном этаже, потому что здесь идут подвижек, но они отсутствуют. Все равно какие-то есть температурные деформации, те же самые. Все равно что-то происходит. Потом следующий очень важный момент. Оконные откосы. Нам делаем здесь, либо откосы нужно штукатурить, либо их утеплять пенополистиролом. Если ты посчитаешь, штукатурить оконные откосы дороже, чем утеплять пенополистирол. Ну, мы же не говорим о пенополистироле, мы говорим о всем пироге. Нет, ты я говорю, бывает часто фасад делается вот такой, и делается фасад без утепления, но утепляются оконные откосы. Оконный откос с утеплением дешевле, чем штукатурка без утепления. Реально. Ну, это если посчитать. Это тогда мы будем считать, потому что, как я сказал, здесь разные специалисты делают свое направление, и по штукатурке я здесь, естественно, как бы на тебе стоит большая галочка. Поэтому нам с тобой нужно тогда рассчитать разные варианты и заказчику. И предложить это. Да. И следующий, смотри, какой момент. Очень часто заказчики что просят? А штукатурить фасад без утепления и сделать утепление оконных откосов. И у нас получается, смотри, штукатурка и демпфирующий слой. И у нас выходит торец пенополистирола на фасад. Где наш? Здесь со временем возможно появление трещинки. Поэтому заказчики это понимают, они говорят, давайте, чтобы не было трещинки, сделаем вокруг окон обрамление из пенополистирола. Обрамление из пенополистирола влечет дополнительные затраты. И если считать вот фасад без утепления с обрамлениями вокруг окон и фасад с утеплением без обрамления, то фасад без утепления с обрамлением оконных откосов получается дороже, чем фасад с утеплением. Ну, это как бы... Вот прикольная такая штучка. 13-й год. А дом из газобетона, да? Дом газобетон. Ну, все делать наклею. Толщина 3,75. В принципе, за глаза и за уши хватает по теплопроводности. Хорошо. Но здесь, значит, мы делали, штукатурили, по-моему, СТ-24, базовый армирующий слой. По-моему, да, на сетку точно делали. И декоративная штукатурка. Утеплялись оконные откосы. И пенополистиролом мы делали радиусный эркер, насколько я помню. Да, там точно около десятки было. Угу. 150. 150. Ну, у меня показалось десятка. Он стал теплее, на самом деле, после этого. Гораздо теплее. Цвет он практически не потерял. Да, я сказал, вообще не потерял. Даже не потемнел.
Грязи здесь мало, пыль на него практически не попадает, все прекрасно. Трещин, ни одной нет трещины. Все чистенькое. Ну, это, конечно, заслуга и фундамента, но и хорошее качество материала подобрано, конечно, конечно. А как все начиналось? Приехали учить ребят. Да, начиналось очень весело. Я понял, что я попал. Мне сначала не вплицированные руки, но потом ребята вот подъехали вовремя. Я сказал, что надо соглашаться и работать с ними. Это важный аргумент, но мне нужны цифры. Да. Поэтому мы с тобой это все дело просчитаем. Посчитаем и делаем. Как раз как бы и ты своим зрителям, и я своим зрителям покажем. Конечно. На примере этого дома, сколько стоит просто оштукатуривание, да, с утеплением и, соответственно, с окнами. Кстати, хотел у тебя спросить. Здесь я обратил внимание, что есть веранда. Вот раз веранда, а там еще вторая. Давай посмотрим, расскажешь про них. Пошли. В доме работают подрядчики, которые принимают участие в выставке строительных технологий Open Village. Значит, подвал бетонный, мощный. Первый этаж — газобетонные блоки. Террасы, видите. И второй — брус. Это вот вход. Подвальную часть, котельную. Это вот главный вход, крыльцо. Толщина стен. Включен тепловой контур в доме. Вовсю производится внутренняя отделка штукатурной работы. Показывать не буду, потому что внутренняя отделка, она является секретом, достоянием будущей семьи, людей, кто тут будет жить. Поэтому показывать это не буду. А вот снаружи террасы можно показать. Здесь вот. А представляешь, я вчера в бане. Два раза в снегу. А смотри, какая перина. 30 сантиметров. Смотри, о, прелесть. Это прям шикарно. Так, а что рассказать про террасу? Вообще, я хочу сказать так, что всем тем людям, которые планируют строить себе дом, терраса – это один из самых главных элементов загородной жизни. Это, можно сказать, то место, где проходит основное время человека, который живет за городом. Потому что если терраса сделана удобно, комфортно, то ей можно пользоваться круглогодично. Удобно, комфортно – это если она застеклена. Вот, сделано или безрамное остекление, или мягкие окна, так называемые. В общем, это нужно на стадии проекта продумывать. И терраса, повторюсь, это очень важный элемент загородного дома. А здесь, я смотрю, терраса, будет выход как раз с кухни, да? Да, ну, с обеденной зоны. Кухня у нас вот эту часть дома, а здесь обеденная зона. Открывается дверь, люди выходят. Здесь, соответственно, стол можно поставить, там стол. В общем, как угодно здесь. Как угодно. И не нужно никакую барбекюшницу делать. Ты знаешь, на самом деле очень часто на террасе делают барбекю, ну, какие-то уже такие полноценные печи. Можно сделать, поставить просто мангальную зону какую-то.
Вот, можно на участке это делать. Ну, в общем, это все зависит от того, как человек любит проводить время. Вот, вообще, вот многие думают, что вот он сделал там на травке, поставил зону барбекю, поставил стулья, и будет комфортно. Нет. Просто можете поверить мне на слово, на каком-то, я не знаю, это не подсознательный уровень, но вот по ощущению вообще вот окружающей среды, человеку комфортно находиться на природе, но чтобы ноги его стояли на дереве или, то есть, на какой-то площадке. На траве реально неудобно. Это удобно выйти на пикник на травку, когда ты этим не пользуешься. Но когда ты живешь в доме, это должна быть терраса. И, соответственно, нужно продумать мангальную зону, если она нужна. Влад, расскажи как раз по поводу вот этой наледи, как она появляется. Ага. Так, смотри, значит, если бы это был жилой дом, ага, то это была бы проблема. Вот. А так как этот дом сейчас на стадии строительства, и на втором этаже еще нет полов, вот, получается, что брус лежит на плите, ага, просто. И, соответственно, а в доме уже 20 градусов на втором этаже, оттуда выходит теплый воздух, и это образуется эта наледь. Дальше на этой плите будет пол толщиной 20 сантиметров, то есть пол внутри вот этого деревянного каркаса. Соответственно, вот эти все мостики холода, они закроются, и эта наледь уже поступать не будет. А вот если бы она была под крышей, вот это уже была бы проблема. А под крышей ты видишь, да, там идеально. И сейчас внутри там проводятся штукатурные работы интенсивные. Да, там. А эта стена ложных еще не оштукатурена, то есть она голая. Поэтому еще газобетонный блок, по сути дела, изнутри не заделан. Когда будет заделан, уже теплый воздух выходить через швы не будет. В том числе. Но это сейчас, это все-таки не от блоков. Это именно соединение, стык бетонной монолитной плиты и, соответственно, бруса. Угу. Понятно, спасибо. Ну что, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приезжайте на Open Village. Это обязательно. Всех там ждем. Причем на Open Village нужно приезжать как и тем людям, которые планируют построить себе дом, так и специалистам, тем, которые, для которых строительство дома – это бизнес. Почему? Потому что там много всего интересного, много реальных специалистов, которые где-то в чем-то вас смогут или подсказать, или научить, ну, в общем, продемонстрировать свою работу. Правильно же? Да. Вот. Спасибо. Все, рад был.